В минувшие выходные состоялся день открытых дверей в управляющей компании ЖКХ. На настоящий момент организация обслуживает более 550 домов округа. Во время мероприятия жители могли озвучить коммунальщикам свои проблемы. Мы планируем проводить его, там, может быть, не ежемесячно, но там 1-2 раза в квартал обязательно. Мы приглашаем сюда всех наших жителей неравнодушных. Для чего это мероприятие необходимо? Для того, чтобы мы получили наказы от жителей, какие-то острые вопросы решили и подсветили все проблемы, которые существуют. Традиционно больше всего вопросов у населения возникает по ежемесячным начислениям в платежных документах. Именно с этой целью на дне открытых дверей присутствовали представители Мособл ЕРЦ, которые разъясняли посетителям детали расчета и рассказывали об удобстве использования мобильных приложений. Жители активно начинают использовать личный кабинет, то есть мы это видим по регистрации в личных кабинетах, да, видим, что жители начинают использовать контактный центр, да, который доступен с 8 до 22 ежедневно. То есть есть, конечно, подвижки, когда разъяснения ведем жителям, объясняем, то есть жители действительно начинают пользоваться. Подобные мероприятия позволяют наладить контакт между жителями многоквартирных домов и управляющей компанией. Например, просьбы владельцев квартир дома 2, корпус 2 по проспекту Ленинского комсомола были услышаны. Нам нужно было сделать в доме капитальный ремонт и плитку положить, желательно, плитку в подъезде, в холлах, вот, окна поменять около мусоропровода, потом входную часть в подъезде, вот, видеонаблюдение сделать. Вот, и мы вопросы здесь решили. Всегда в мероприятиях, связанных с ЖКХ, принимает участие Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Также совместно с администрацией округа она проводит форумы «Управдом», направленные на повышение грамотности населения в вопросах обслуживания домов. Первый форум в этом году запланирован на 24 сентября. Мы хотели бы, конечно, чтобы было общение глаза в глаза. Мы, конечно, уже соскучились, тем более учитывая, что в прошлом году у нас было 7 форумов, а в этом пока ни одного, это, конечно, тяжело. И люди соскучились по общению. Ну, я надеюсь, что в сентябре у нас все будет. По итогам встречи все наказы жителей взяты в работу. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.